Вступайте. Здравствуйте, любители шахмат. С вами Иван Бабиков и Никита Петров. И мы продолжаем решать блиц на честное. Да, после довольно-таки значительного перерыва, но тем не менее продолжаем. Сразу видно, что у черных достаточно неприятно повязаны все фигуры. Что на ладья d7, я не пойму. Резко пошел уже, я просто не успел сориентироваться. Но ладья d7 хочет спросить, да. Ферзь c8. Получить мат, поэтому лучше поменяться. Просто одной лишней фигуры достаточно. Видимо, вот это вот основная ловушка. Ловушка, да. Задачки было. Ну, я помню, я решал, кстати, эту позицию. Только не помню, как она решается. Как на ладья e1 может пойти. Хорошо, тогда верю. Да, и на ладья e1, ладья f5, да? Ну, да, ну, вроде да, да. Давайте попробуем. Ладья e5, да? Да. Так, это выигрывает? Да, это выигрывает. На ладья e4, слон e4, ладья e8. Это Просто это задача, которую я все-таки видел. Не буду, наверное, выводить какую-то таинственность, буду говорить сразу же. Ну, достаточно любопытная задачка. Так сразу не кажется, что ладья e1 именно выигрывает. Так, что-то мат поставить можно. Да, белый король под огнем. Может, просто ладья e8 пойти? Это очень тихо, спокойно. Ладья 8, ладья d8, может быть, в этом идее. Ладья 4 мне хотелось. Ладья e8, ладья d8, ферзь d1. Ладья d8, ферзь d1, красиво. И, видимо, решает. Да, похоже. Ферзь d7, ферзь d3? Ну да, просто фигура. Там слон f8 в конце закроется. После ага, ага. Вообще рейтинги довольно маленькие. Чувствую, такими темпами мы далеко не продвинемся в плане рейтинга. Мы давно не решали, а прибавляют мало почему-то. Ну, может, дадут сейчас задачку хорошую. Так, вот черных. Ну, вообще, позиция вообще не выглядит так, как будто черные может, что, могут что-то выиграть. Видимо, ладья как-то ловится, конь f4, король f5 как-то так. Я просто иначе мы не можем выиграть в этой позиции. Мы должны ладью поймать. Так, а король e3 там на король f5? Конь g2. Конь g2. И ничего, и других ходов нет никаких? Какой-нибудь конь e2 там вместо король e3. Ладья d8? Ладья d8, ладья e8. А, ладья, да, и просто, конь g2. Просто это, просто это единственный способ здесь что-то добиться. Видимо, ладья d8. Да, ладья d8 там тоже вилка. Или конь сидяется. Странно, вроде не такая простая позиция. Рейтинг все равно маленький. Ну ладно, поехали. Или как мы дробим ролики? Потому что уже, мне кажется, 5 решено на самом деле. Нет, там 4, там 30 у нас было, еще одно. То есть вот это последнее. И тут нам дают мат, судя по всему. С этим надо что-то делать. Надо не получить его, наверное. Мы сами поставили. Конец 3, ферзь 3, ладья b2, какие-то такие штуки. Нет, ферзь от конец 3, bc, ферзь a3, ладья c2. Ну я понимаю, да, я просто... Не, ну, может быть, если не ладья c2, то все и проходило бы, но, к сожалению. Да там просто может ферзь здесь, на самом деле. Там ладья на 6 все защищает. Тем не менее, что делать? Может, c3, bc, ферзь c3, ладья... А, вот это вариант, да? Не, просто дело в том, что... А, если коня съесть. Я это тоже думаю, как мы мат получаем? Может, мы его не получаем? Но выглядит опасно, конечно. Съесть коня, ферзь h5, король g8, у нас лишний конь. Как нам ставят мат? h6? Знаю. Ладья g1 или f6, как какой-нибудь медленный мат. Вот, если какой-нибудь медленный, то мы сами мат поставим, нет? Я просто еще есть ход ладья b2. В этом дело. Ладья b2, ладья b2. Ладья b2. Тоже все хорошо. Приятный выбор. Какой-то ход, наверное, неправильный. Я сомневаюсь, что, если честно, я сомневаюсь, что... Что-то приятное есть позиции после жашверк за h5. Ну, может быть, конечно. А, ну, как опровергается? Не знаю. Ну, король g8, f6. f6, там же пока вообще ничего не грозит взять, конечно. Ну, слона хочу взять. Ну, да, ладно, тогда давай ладья b2 смотреть. Времени все-таки уже, ну, можно так смотреть. Да, ну мы посмотрели, типа, ну да. Очень долго, конечно, да.
Теперь надо посмотреть, что после ЖА, там действительно не так все очевидно. Может быть, кто-то уже в комментариях отметил. Давай посмотрим. Посмотрим. Ну, человек вот написал ЖА, ЖH5, король H8, F6, но это немножко мало информации. Можно не зависеть. До конца, там, потому что все-таки там тоже угроза есть. Но не понятно, что угроза FG, а через H8. Неужели черные не могут как-то сразу же мат поставить? Не знаю, при ближайшем рассмотрении что-то возникает. А если съесть на F6? Вот это, я думал, что это может единственный шанс. Это все смущает очень сильно. Так. Ага, снова на 6. Вы как-то тут... Белый уже ставил мат неожиданно. Ну, в крайней мере, очень опасно. Слон G7, ладья G1. Да, ну, ладно. Получилось интересно, да. Зато уже... мы чуть-чуть посчитали вариантов, это уже плюс. Правда, рейтинг при этом, да, как-то. Да, так что... Ну, ладно, в общем, это была последняя задача в этом ролике. Всем до новых встреч. В следующем ролике мы еще 5 задач решим. Всем спасибо за просмотр.